Нарушителей противопожарного режима выявляют в Приморье. В ходе наземного мониторинга пожарной опасности в лесах Пожарского района патрульная группа Министерства лесного и охотничьего хозяйства на нулевом километре дороги села Нагорное было обнаружено возгорание сухой травянистой растительности. В ходе оперативных мероприятий были установлены виновники поджога. Это трое велосипедистов. Один из них признался в содеянном. Мужчина отметил, что возгорание произошло случайно. Его пытались потушить, но не смогли. В итоге виновники скрылись с места инцидента. О возгорании было сообщено в ОМВД по Пожарскому району. Выехала следственно-оперативная группа, которой были переданы данные нарушители. По информации, полученной с ОМВД России Пожарский, был составлен протокол по статье 8.32, часть 3 КОАП РФ. О возгорании была передана информация в ЕДДС по Пожарскому району. На место выехала группа пожаротушения Пожарской ЛПС 3-го типа КГБУ Приморская авиабаза и успешно ликвидировано. Своевременность обнаружения и тушения данного возгорания предотвратила дальнейший переход ландшафтного пожара на земли лесного фонда Верхнеперевальнинского лесничества.